Нет, надо пояснить, что если Малта что-то за хрен сейчас. Vive la France! Marcelias! Дай Димке насладиться. Такое редко увидишь. Ему не подкинем. Там, очевидно, это городской трубач, насколько я понимаю. Браво! Майзон, Ренессанс. Шикарный бордо. А какое в нем бордо? Площадь красивая, что скажешь. Черный район, ребят? Похоже, да. Сейчас посмотрю. По башке дадут, сюда надо будет уходить. Да ладно вам. А как называется? Сейчас посмотрим, я сам не знаю. Огромная эспланада. Я сомневаюсь. Идем, Ника. Гарона. Автолузки. А, Гарона. Автолузки тоже Гарона? Да. Сейчас посмотрим, а что у них написано. Да, солнышко садит. Легла голая по снегу, а он меня изнасиловал. Ну? Ну что вы там остались? Ему с кимулочком. А чего там бояться-то?
писать. Ветром пошли. А туда зачем? Да. Ветром пойти. А что такое трамплин означает? Труба. Нет, я знаю, как труба. Я не понимаю, что это. Я знаю, да, получается. Я думаю, сколько-то есть трамплин-то. Трамплин-то либо кричащий какой-то? Ну, может быть, да, звучащий. И, конечно же. Но ведь другая композиция, что ж вы говорили? Так это водная, это как раз река, да. Она тут впадает в море, совершенно рядышком. Почему на этой реке поставлено? Это река... Сколько есть времени-то, кстати? Пошли, пошли. Все дома одинаковые. Ну, правда. Вова пошел в спирту. Сискогоя. Это вообще что такое? Он здесь, не знаю, в 502 году. Да. Андрей, я пошла на улицу. Бери. Без закуски? Вот бульвары треугольника здесь сходятся. Мускомедия, естественно. Где мускомедия? Вот за меня за спиной. Хорошая мускомедия. Я сюда перевожу. Ух ты, смотри, как моя коллега идет. Так, сейчас-то мы не потеряемся, а? Не самый, да, все-таки. Да, в общем-то, теплый район, но...